пошли. И игра Harry Tage. И звук. Проект End Garden. Эта игра использует функцию автосохранения. Так, бублики на ножках, замечательно. Так, Englishman, New, Heritage, что такое? Так, ты чё? Почему мы играем за одноглазого мальчика или девушку? С красным. Но если это девушка, тогда у нее одна сися и один глаз. Наверное, это должно совпадать. А что ты не ходишь? Так. Блин, а на ВСД не судьба была сделать? Ладно, неудобно чуть-чуть. Но... прыжок, конечно же, на пробел. Может, на ноль можно прыгать? Или на shift? Неудобно. Ух ты, ё. Значит, одноглазая девушка. Уже играли одноглазую девушку. Она была с автоматом. Так. Ты кто? Тупое создание. А, не, полное создание. Full через U пишется, если тупое. Тень не должна быть здесь, поэтому пропускай. Пропускай. Это мой созданный, мои ошибки. Ну-ка. В общем, сделал я среднюю графу, на большой у меня чуть глючит, точнее на максимальной. Так, значит, у нас чернобрыва леди, чернобрыва одноока. Полям так сколько? Мои ошибки, шось там, короче, для другого. Ты не должен существовать. Мы не будем говорить. У тебя, короче, есть другая история, чтобы рассказать. Ну, все понятно. Опа! Кастрюля на ножках. Ого! Ты кто? Ну, камера как бы не очень сработала. Понимаю. Да ладно. Левой. О. То у меня здоровья-то не очень осталось. Это шо? А зачем прицел? Кастрюлька. Блин. Словись. Shift. Без движения, чтобы защититься. Я замочил. Я вообще замочил. Шип без движения. Ну, shift я жму. Да ладно, а почему этот shift? Вообще неудобно. Что на ВСД не сделать? Я могу только левым шифтом, а не правым. Что так неудобно сделали? Попробуем без мышки. Так, где моя кастрюлька? Так. Ведь чернобрывая одноока, текая кастрюлька. Ого! Мамочки! О, ВСД. Не работает. Блин, прикинь. Стоять. Д вперед. Хорошо. С вниз.
Ладно, будем за две. Пробуем так. Хорошо. О, еще одна кастрюлька. Сплошные кастрюльки. Тогда так удобнее будет делать удар. Ю. Сфокусироваться на монстре. Ого. Вау, мне сейчас будет капец прям вообще. Походу это какой-то неудачный повар. Она, наверное, что-то нахимичила на кухне и поджарилась чуть-чуть. И кастрюли даже от нее убегают в таком случае. Походу мы играем просто за неудачного повара. Так, а за какой из кастрюлей мне идти, собственно? Здравствуйте. Ой, я мог сквозь стенку бить. Вот. Блин, попал. Паучара. Какое-то царство одноглазых. Пауки одноглазые, девушка одноглазая. Так, что здесь? Давай, разговаривай. Типа, наконец-то ты, хотя бы ты выжила. 20 секунд без пропадения. Впечатляет для тени. А, я тень? Мамочки. Поэтому продолжай. Это за мной старая руина. И там мне истории. Ты точно что-то сделаешь, которое нас заинтересует. Да. Птица очень веселая. Так. Пошли. Так, кастрюльки. Ой, я не вижу себя. Вот это халима. Когда камера так проработана, кажется. Все. Капец этому страусу. Давай, разговаривай. Так много потерянного времени. Они жили и прошло время. Дети выросли и закрыты лесом. Время прошло, и дети не могут жить. Она мертва. Она мертвая ночь, где даже луна не светит. Прям какие-то загадочные истории. Так, это что, трясина? Лучше давить. Так. Мочи. Правда, не совсем понимаю, как здесь комбо делать, но пока и так получается. Так, что это за дом? Ты кто? Тоже одноглазый. Все одноглазые. О, кастрюлька. Пожалуйста, сохраняй спокойствие. Прости нас. Мы... Это ночная леди? Ну ладно. Мы взволнованы твоим присутствием. Эти типа... Не коровы, а вороны тебя пристали ко мне. Ты не так думаешь? Это... не поможет людям. Мы должны их простить. Они только заинтересованы в историях и мифах. И твое состояние беспомощное, без тела. Ты пропадешь. Есть причина. Ты не хочешь проводить время с какими-то этими исчезающими, что ли, созданиями.
Что здесь? Какая трогательная музыка, я сейчас расплачусь. А ну-ка наверх. У нее как-то ноги очень широко. Такое впечатление, что она укакалась. Еще и одноглазая. Вообще жалко. Еще и такая музыка. Слышу, как она одноглазая, и под такую музыку ну, прям грех не заплакать. Так, ты кто? Давай, рассказывай. Так много этих домашних животных. Остается память. Маленькие серебряные волны. Понятно. Понятно. Короче, эти вороны что-то бред несут. Дальше. Есть какая-то аптечка. Вопросов, чем ответов, но атмосфера прикольная. Что тут еще есть? Это что за глаз? Смотри, везде один глаз. Может его ударить? Ну, это понятно. Я так понимаю, надо тоже найти еще эти зеркала. Это кто? Хорошо, зеркало. Где зеркала еще? Нужны еще зеркала. Мне кажется, они в этом доме. Или в этом еще не было. Как это сделать?
возможно. Ну-ка. Так, тут они вырезают однозначно. Здесь. Здесь, собственно, тоже. И здесь тоже. Хочется заснуть. Ну, поэтому, наверное, я так и оставлю. Все. Вот такая вот игруха. Спасибо тебе большое за внимание. Удачи тебе. Пока.